Подрядчики недовольны работой так называемой банковского сопровождения контракта. По их словам, бумажная волокита с открытием спецсчетов поставщиков стройкомпании. Процессы утверждения контракта занимают много времени, замораживая ход строительства объектов, что в свое время влияет на сроки завершения социальных коммерческих строительных объектов, отнимая силы и время дольщиков, подрядчиков и самих стройкомпаний. Привести порядок документацию по БСК примерно длится от 15 до 30 дней. То есть мы ждем допуск в интерактивную систему, мы ждем ICD, то есть это идентификатор контракта банковского сопровождения. Также доступ в систему, и очень долго рассматриваются учредительные документы представителями Газпромбанка. Также неоднократно имели случаи, когда подрядчики не могли в течение 3-5 месяцев получить свои заработанные деньги за произведенные работы. Представители стройкомпании также высказались против того, чтобы все контракты и денежные средства, направленные на строительство, контролировались со стороны российского Газпромбанка. Иштеп келгенде аябагандай оорчулуктарга, кыйынчылыктарга дуушар кылды. Биз эле эмес, даже мамлекеттик сатып алуучу органдардын дагы бүгүнкү күндө алдына коюлган пландары, иш пландарынын бардыгы аткарылбай турат. Биринчи квартал менен бүтүү жумуштар кээ бирлери бүтө элек, кээ бирлери эмне кечээ дагы баштала элек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз мындай айтып айтканда бул системага даяр эмес экендигибизди көргөзүп койду да. Банковское сопровождение контракта заключается в том, что банк контролирует и мониторит расчеты поставщика, подрядчика, исполнителя и всех субподрядчиков и соисполнителей, которых поставщик привлекает для исполнения контракта, и доводит результаты этого контроля и мониторинга до сведения заказчика. При этом все операции со средствами поставщика и подрядчика отражаются на обособленном счете в сопровождающем контракте банке. Нам была создана рабочая комиссия в составе Минфин, Минэконом. Есть вопросы, которые... Это закон был внесен в 2022 году по статье 49. Там четко было указано, что банковское сопровождение... Это означает, что контролировать налогоплательщиков, да, получается, деньги куда уходят. Таким образом, есть другие моменты, получается, на момент строительства, либо на момент, который подрядные организации, усложняется процесс работы. В связи с этим сейчас сегодняшнее мероприятие будем обсуждать, и на основании этого вносим предложение в комбину. Госорганы обещали рассмотреть вопрос в ближайшее время. А тем временем подрядчики считают, что приказ Министерства финансов по банковскому сопровождению контракта является преждевременным и, самое главное, не адаптированным к реальности внутреннего рынка, а также некорректным по заявленным целям. По этому поводу они обратились с открытым обращением в адрес президента Төрага Жогорку Кеңеша и председателя Кабинета министров.